Москву вы любите? Москву люблю, считаю своим городом. Переживаю за некую архитектурную какофонию, и мне бывает иногда неловко, но когда приезжают какие-то гости, и я им показываю этот город, они думают, что я москвич. А что вы им показываете? Вот интересно, я показываю, какие у вас, ну, помимо набора Красной площади, там вот такого стандартного. Первое место, куда я их везу, это Новодевичий монастырь, который находится в Савинской набережной, где наш бутик. Так. И я люблю этот монастырь, я люблю это место, я много о нем знаю. Каждый раз, причем подъезжая на машине к монастырю, вхожу в интернет, в телефоне прочитываю заново, кого там заточили, кого там мучили, ну и кто там был счастлив. И гордо рассказываю, показываю. Красивый участок Москвы, очень красивый. И таких участков достаточно. Мне жалко просто, что нет логики в их соединении, поэтому людям показываю этот город, я кусочками стараюсь так закрывать глаза, тут смотреть, тут не смотреть, тут строили, перестраивали. Но последние свои шоу, которые я устраиваю в Москве, я показываю Москва-Сити, и я, мне очень нравится этот участок Москвы. Там стройка, там странно пока все. Но когда люди видят эти закаты и эти небоскребы, когда люди подъезжают на мои показы, видят перфекционизм этого места, дай бог, чтобы там тоже было хорошо. Я люблю и такую Москву. Поэтому я люблю Москву разную. Я люблю Москву красивую, перфектную. И старо-новую. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.